Здравствуйте! Сегодня в программе «За студия» мы побываем на дне города Днепропетровска. Посмотрим, как его проводит Музей украинской живописи. Проведем мастер-класс по литографии и, конечно же, новости мира искусства. Знаете, мы живем в очень быстро меняющемся мире. Вот, за последние 10-15 лет происходят невероятные изменения. Изменения в сознании, изменения в технике. И искусство тоже не стоит на месте. То есть Science Art Lab – это первая лаборатория, которая открыта в Музее украинской живописи, которая призвана объединить высокие технологии, новые технологии, которые как бы меняют лицо планеты, меняют лицо мира и, собственно, мир искусства, дизайн. В частности, это технологии 3D-принтинга, то есть технология, которая позволяет воссоздавать из любого трехмерного объекта из материальные вещи. Вот. Технологии 3D-пен-арта – это ручки, которые рисуют в пространстве. И робо-арт, еще несколько, огромное количество необычных технологических вещей, которые через 5, 7, 3 лет будут доступны достаточно многим. И, естественно, менять уже сознание на разных уровнях. Каждую пятницу мы будем лекции специализированные, которые знакомим как художников, людей, всех желающих, как могут использовать технологии в искусстве, как эти технологии применяются в жизни, как может жить прекрасно с помощью технологий. И также проходит Музей украинской живописи на третьем этаже, Science Art Lab, каждую пятницу в 18:30 проходит лекция. Каждую субботу мы занимаемся с детьми уникальной, совершенно первым в городе 3D-пан-арт. Это ручка, которая рисует в пространстве. Такого в Украине нет. Science Art Lab – это первая в Украине, то есть лаборатория такого рода. Селфи называется. То есть это новая, абсолютно новая вещь. То есть мы сканируем человека 3D-сканером. Это технология, которая только в Голливуде была доступна. Потом трехмерная модель печатается на 3D-принтере. Точно. Получается такая трехмерная модель. То есть здесь можно просто не сделать свою копию 3D-селфи, тут точно делать. А можно изобразить или представить себе в виде любого персонажа. То есть как бы безграничная фантазия. Потому что если ты в детстве хотел каким-то стать военачальником или пилотом замечательным, то есть можно просто отсканировать и сделать в таком, ну, как в таком образе. Ограничение только размер. Да, ограничение размера можем печатать только по высоте 20-25 сантиметров. Здравствуйте, Андрей. Мы с вами уже встречались в вашей мастерской о пороге Музея украинской живописи. Сегодня мастерская под открытым небом. Давайте проведем мастер-класс для наших зрителей. Давайте. Что мы делаем для начала? У нас, правда, все дуже просто. У нас є друкарська форма вже заготована. І наша Это задача. Всем известно. Да. Готель Україна. В минулому будинок Хреніка. Тобто, ну, така знакова споруда для міста. Тому і було вирішено її якраз на це мероприємство Это зробити. Це спеціальна краска? Или... Друкарська фарба, да. Чорна. Оскільки День міста, то взагалі важливо якісь знакові такі місця для мешканців вирізати, позначати, дарувати, щоб була пам'ять. Далі ця форма йде куди? От я накатав, поклав на талер, це називається талер, уся площина металева. Взяв папір. Бумага совершенно любая нужна или какая-то определенная? Да, в принципе, она повинна бути мало проклеєною, рихлою, так би мовити. Чтобы хорошо впитывала краску. Накриваю форму фетром. Все для того, чтобы тиск был м'який. И что дальше делаем? Можно далее мы просто прокатываем между валами, тиск створю. То есть это легко может сделать даже ребенок? Звичайно. Можно попробовать? Разраховано, да, абсолютно. Ага, то есть совершенно любой человек может себя почувствовать творцом, художником и прокрутить вот так и сделать шедевр? Ну, шедевр, я не впевнений. Ну, принаймні, гравюру. Перші рухи в гравюрі можна зробити. Да. От так. Музей українського живопису, майстерня «Пороги» дарую наш стамп із студії. Спасибо. Еще один значимый проект Музея украинской живописи – картина «Рекорд».
полотно размером 1,5 на 2 метра и с наибольшим количеством авторов. В ее создании приняло участие порядка 500 горожан. Любой желающий мог подойти и внести свой творческий корректив. Картина «Рекорд» ко дню дня города Днепропетровска по инициативе Музея украинской живописи. Полотно, созданное в 1000 рук. Сегодня мы находимся в новой части города Днепропетровска. Она, с одной стороны, вроде бы не нова, но многие о ней не знали. Музейный переулок – подарок городу Днепропетровску от Музея украинской живописи. Когда горожанин, днепропетровчанин сюда придет, что он здесь увидит? Раньше это действительно была очень глухая, безликая территория между собором и музеем. И мало кто мог подумать, что действительно здесь расцветет самая настоящая культурная жизнь. Вот наши гости сегодня просто не могут сдержать искренних чувств восхищения, поскольку они приходят, вот, что могут увидеть наши горожане. Да? Это в первую очередь произведение искусства. Очень символично, что сегодня наших гостей встречают произведения фондовые. Да? То есть это наше собрание, наша коллекция. Здесь действительно представлены произведения классиков, истинных корифеев Днепропетровской школы живописи. Здесь мы можем увидеть с вами работы Георгия Чернявского, Виктора Матюшенко, Игоря Ермолова, Павленко. Федора Павленко. Да, наш современник Александр Немятый также очень интересную серию в этом году он подготовил. Казак Мамай, да, истинный символ Украины, да. Более того, он стоит на самом входе в музейный переулок, на самом проходе, как да, охранник, да, да. Как охраняет этот переулок. Да, своеобразный ангел-хранитель. Действительно, расположена эта экспозиция как раз-таки у входа, который расположен в самом сердце нашего города, да, центральная площадь. И вот каждый желающий может войти и начать свое путешествие нашими экспозициями. Безусловно, да, это фондовые работы. Они после отправятся вновь в залы, где им будет более уютно. А здесь мы искренне верим, что наши современные мастера будут все же откликаться, да, на наш призыв и пополнять нашу коллекцию именно музейного переулка. И как долго эти фондовые работы будут находиться в переулке? Совсем немного, поскольку здесь мы видим, что уже присутствуют скульптуры, которые заняли свое место. Да? Это скульптура Александра Забенко, Юлии Забенко. Вы предварили мой вопрос, потому что очень необычные, интересные скульптуры. И немного напоминают даже какие-то вот исторические такие артефакты, а не новодел. Ну вот мы видим одну скульптурную группу, да, посвященную таким вот извечным чувствам, да, вера, надежда, любовь. Опять же, это созвучно, наверное, нашим соседям, которые располагаются рядышком с нами. Также скульптура Катерины Белокур, также очень символична, да, в Музее украинской живописи. И вот истинная представительница украинского искусства также запечатлена в этой скульптуре. Ну и надеемся, что в дальнейшем, да, наши мастера также будут пополнять коллекцию, да, и облагораживать наш переулок. Следует также отметить, что наши современные мастера и художники замечательные, и графики, но еще, как оказалось, и мольеры, да, это Вячеслав Абит и Станислав Юшков. Они также предоставили свои работы для экспонирования, но здесь уже можно, положа руку на сердце, сказать, что эти работы отсюда не уйдут, поскольку эмаль действительно вечная техника. То есть не боится эмаль она... Эмаль не боится. Совершенно никаких внешних раздражителей. Солнышко, ветер, дождь, перепады температур, все это она выдержит. И действительно, нисколько она со временем не померкнет и не потеряет своего очарования. То есть музейный переулок будет не просто как арт-объект ко дню города, он будет открыт постоянно для Безусловно. Всех желающих, для мы всех видим... жителей города Днепропетровска? Верно, верно, вы все правильно подметили. Видим мы, что начала работу летняя площадка. То есть люди сюда могут прийти, отдохнуть, насладиться искусством. И действительно, наш музей превращается в такой симбиоз пространств культурных. Да? Это не плоскости, это не помещения, это самые настоящие такие вот микровселенные, в которых можно прийти и действительно обрести себя, обрести покой и уют.
Обычно мы в программе «Застудия» поздравляем художника с персональной выставкой, но здесь я могу поздравить, наверное, не музей украинской живописи, а, скорее всего, поздравить всех жителей города Днепропетровска с таким замечательным подарком от музея украинской живописи ко Дню города. Действительно, мы еще раз скажем теплые и искренние слова нашим жителям города, нашим гостям и призываем всех почаще приходить к нам и действительно здесь обрести для себя истинный, самый настоящий уголочек света, тепла и вдохновения. Алена, у вас, как обычно, интересный, нестандартный, концептуальный проект. Расскажите немножко о нем. Это живой уголок. И так как у меня недавно был тур по Западной Украине, то меня поразило уровень загрязненности улиц, вандализм уличный. И меня это все как художника сильно возмутило, потому что именно окружающая среда сильно влияет на наше мышление. И вообще, мы даже не подозреваем о том, насколько она воспитывает наш вкус и вообще мировосприятие, наше внутреннее психологическое состояние защищенности, комфорта и так далее. И мне показалось, что проблема заключается как раз в том, что человек не ассоциирует уличное пространство с собой. Он считает, что все, что находится на улице, это чужое, его можно портить. И я решила в игровой форме, в позитивном таком ключе, обратить внимание зрителя на эту проблему и предложить решение, опять же, в форме игры. Я понимаю, что это шуточно. Решение этой проблемы. То есть я даю неодушевленным предметам имена, знакомлю зрителя с уличным пространством. То есть у нас здесь есть угол Игорь, урна Ирина, стена Анна. И это не просто имена. Как бы знакомя зрителя с объектами неодушевленными, я предлагаю им сравнить. То есть, Алена, насколько я поняла, поскольку те предметы, которые как раз и подвергаются вандализму, мы знаем стены, уголки, мы знаем, зачем их использовать, да? И поскольку уже у этой стены будет имя, соответственно, как-то вот... И не только это, еще и второй уровень этой игры, то, что... Знакомьтесь, эта труба, она используется по назначению, эта стена, она используется по назначению, не так, как... сравнить с собой эти предметы. То есть, вот стена Анна работает в Музее украинской живописи с самого открытия. На Анну можно положиться, а на тебя... Вот, то есть в таком ключе игровом я предлагаю зрителю познакомиться с окружающей средой. Сегодня у музея получился просто целый марафон, то есть нужно было успеть все. Очень много мероприятий в рамках одного проекта инициативы Музея украинской живописи. Квартир на рекорд, открытие музейного переулка, вручение линогравюр бойцам АТО, батальону Днепр, мастер-классы. Я все перечислила, но что-то еще осталось? Во-первых, большая экспозиция работы студентов и сложившихся уже художников. Но это профессиональная живопись. И из живописи, из собрания нашего музея в том числе. И мы, конечно же, рады, что у нас такая возможность появилась. Мы старались, чтобы именно к Дню города открыть музейный переулок. Это новое пространство к нашему музею. Это 3 этажа музея, но тем не менее, если у нас не хватает площадей, мы стремимся искать новые пространства для художников, для того, чтобы мы могли показать их новые работы. В первую очередь, конечно же, мы хотели бы, чтобы музейный переулок был площадкой для молодых художников, также для скульпторов и эмальеров. Мы счастливы, что у нас есть такая возможность в День города сделать подарок нашим любимым горожанам – это вот музейный переулок. Уникальный художник мозаичного искусства Саймир Страти из Албании творит свои полотна при помощи необычных современных предметов. Для своих шедевров Саймир использует такой материал, как зубочистки, винные пробки, гвозди, шурупы, а также яичную скорлупу и кофейные зерна. В 2006 году он выполнил портрет Леонардо да Винчи из гвоздей. Полотно имеет размер 2 на 4 метра. В процессе работы было использовано 400 килограмм гвоздей. Каждая шляпка как пиксель на цифровом фото.
А в 2011 году он создал свое самое масштабное произведение. Выложил из миллиона кофейных зерен общим весом 140 килограмм полотно площадью 25 квадратных метров, на котором изобразил 5 персонажей, символизирующих 5 континентов нашей планеты. У кофейных зерен 3 оттенка обжарки. Можно только представить, какой притягательный аромат излучает эта картина. Саймир Страти – шестикратный рекордсмен. Его работы отмечены в книге рекордов Гиннесса как самые большие и необычные, выполненные из гвоздей, зубочисток, винных пробок, шурупов и кофейных зерен. Джейми Харкинс – одаренный музыкант и художник, проживает в Новой Зеландии. Он рисует невероятно реалистичные 3D-рисунки на песке. Смотря на работы мастера, видишь потрясающие оптические иллюзии, которые создают впечатление реальности строений. По большому счету, автор использует тот же принцип рисования, которым пользуются многие уличные художники. С близкого расстояния картина Джейми Харкинса выглядит как обычные линии на песке, но стоит отойти на небольшое расстояние, как они в буквальном смысле приобретают смысловой объемный рисунок. Конечно же, рисунки Джейми существуют недолго, практически до первого прилива, но зато для их создания ему не требуются цветные краски и мелки. Следует заметить, что рисует Джейми не сам, а вместе с группой единомышленников Констанции Найтингел, Люси Луп и Маунт Мангауи. Невероятное высокохудожественное мастерство японского скульптора Хиротоши Ито превращает холодный мрамор или обычный серый гранит в интересные по смыслу и забавные по виду скульптуры. В его руках даже твердый холодный камень оказывается зрительно мягким, легко режущимся обычным ножом, или его вовсе можно скрутить и завязать узлом, как мешок из ткани. Из камня скульптор-каменщик, словно дизайнер, создает одежду в виде футболок и свитеров, аккуратно сложенных в стопку или висящих на плечиках, ждущих своего хозяина. А некоторые серые камни, словно таинственные морские раковины, приоткрывают нам свой необычный внутренний мир. Рассматривая скульптуру Хиротоши Ито, можно поверить, что камень может быть живым и теплым, а поговорка, что у камня нет сердца, здесь не работает.